Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Бэушный «Мерседес» — это страшно дорого или просто бессмысленно? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос, разобрав Е-класс в кузове 212. Как вы думаете, какие результаты мы получили? Давайте смотреть. Итак, встречаем «Мерседес Е-класс» в кузове 212. Mercedes E-класса появился в 2009 году, немного обновился в 2011. Это обновление было больше связано с переходом на 7-ступенчатые автоматы. Очень глубокий рестайлинг произошел в 2013. Если верить компании Daimler, они потратили более миллиарда евро на рестайлинг E-класса в кузове 212, так как продажи шли не очень, и проблема виделась в излишней консервативности первоначального варианта. Поэтому рестайлинговый 212 — это почти другой автомобиль по салону и дизайну кузова, по технической части, ну, кроме смены всех бензиновых моторов, практически ничего не поменялось. Про каждый мотор мы подробно сегодня расскажем. Как и многочисленные представители немецкого премиума, этот Mercedes отлично чувствует себя, если вовремя получает профильный сервис. Во-первых, с помощью фирменного сканера можно опросить и прочитать многочисленные блоки этой машины, а здесь их порядка 40. Во-вторых, могут мерседесовские специалисты предсказать дорогостоящие поломки. Здесь надо опираться именно на результаты диагностики, а не кто-то там что-то сказал. Плюс, с помощью читки блоков можно узнать реальный пробег этого автомобиля, потому что он хранится в нескольких блоках и не всегда стирается. А блок Assist так и вовсе хранит журнал ТО. В общем, покупать эти Мерседесы надо через визит на фирменный сканер. А на что еще обратить внимание при эксплуатации этого автомобиля? Сейчас вы обо всем узнаете. И, кстати, вот именно этот автомобиль на данный момент продается, поэтому ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Претензий к качеству окраски кузова Мерседеса Е-212 нет, и нареканий к качеству металла тоже нет. Однако во многих машинах мутнеют, покрываются пятнами и теряют нарядный внешний вид вот эти вот молдинги вдоль боковых окон. В некоторых комплектациях они хромированные, как в нашем случае, в некоторых комплектациях они черные, и те, и другие теряют нарядный внешний вид. В общем, с черными можно решить проблему, обклеить их черной пленкой. Хромированные тоже можно обклеить пленкой, но очень важно подобрать правильную пленку, то есть с характерным хромированным оттенком. У 212 E-класса не все гладко с фарами. На дорестайлинговых экземплярах фары со временем тускнеют и слепнут, а также иногда запотевают. От влаги страдают блоки розжига ксеноновых ламп. А вот на рестайлинговых версиях появились светодиодные дневные ходовые огни, которые часто перегорали. Поэтому, если вам достанется Ешка со следами расклеивания фар, то не удивляйтесь и знайте, что светодиоды, скорее всего, там перепаивали. Кстати, на рестайлинговых 212-х дебютировали полностью светодиодные фары под интеллектуальную систему освещения. Такие фары бэушные стоят по 900 долларов за штуку. И, кстати, на фарах есть наклейка с датой выпуска. Естественно, эта дата, то есть месяц и год, должны совпадать с датой выпуска самого автомобиля. Кстати, рестайлинговые 212 получили задние фонари с изящной светодиодной начинкой. Габаритные огни выполнены в виде изящных линий световодов, а световоды подсвечивают светодиоды. По итогу, со временем пайка резисторов трескается и габаритные огни перестают работать. И это происходит практически со всеми рестайлинговыми фонарями. Но, к счастью, эта неприятность лечится. Нужно вскрывать корпуса фар, доставать монтажные платы и пропаивать резисторы. Мастерские многие знают, как правильно вскрывать задние фонари. У версии с электроскладыванием зеркал случается такая неприятность, когда при раскладывании зеркала выворачиваются наружу, ну, как бы вперед.
Такое зеркало придется разбирать и мастерить новую стопорную втулку вместо срезанной. Еще зеркала при складывании и раскладывании начинают скрипеть из-за образования окислов на их кронштейнах. Датчики парковки плохо переносят зимнюю слякоть, которая сменяется морозами. И это постоянная рутина по замене этих датчиков. Их огромный выбор. Не оригинал от 20 до 60 долларов. Оригинал, если под заказ, можно найти за 50 долларов за новые, а если не под заказ, вплоть до 200 долларов. На разборках эти датчики стоят примерно 20-40 долларов. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Материалы салона у 212-го «Мерседеса» хороши. Однако есть несколько слабых мест. Например, трескающийся хром на колечке вокруг замка зажигания. Этот элемент декора можно купить отдельно даже из Китая. У дорестайлинговых машин в салоне есть участки с софт-тач покрытием на пластике под центральным подлокотником и позади его, вокруг задних дефлекторов вентиляции. Естественно, это покрытие бессовестно облазит и царапается. Еще часто трескается кожзам на боковинах сидушек сидений. Такой вот Mercedes с пятиступенчатым автоматом оснащен механической блокировкой рулевой колонки. Так вот, сервопривод этой блокировки не очень-то и долговечен и выходит из строя при пробеге после 120 тысяч километров. И в этом случае мало того, что руль будет заблокирован, так зажигание не будет включаться совсем. Ключом можно будет только открыть либо закрыть машину. Если иногда побарабанить по рулевой колонке, сервопривод может ожить. А причина в дешевом электромоторчике, то есть загрязняется его коллектор и трескаются его щетки. Вообще блокиратор можно разобрать и заменить в нем моторчик, но придумано еще и другое решение – удалить этот блокиратор и поставить эмулятор. Ошибок не будет, соответственно, и блокировки не будет. В принципе, на большинстве 212-х так и сделано. 212-й Mercedes одним из первых познакомил своих поклонников с управлением мультимедийной системой с помощью шайбы селектора. Так вот, с этой шайбой случается неприятность. Вал, который идет от самой шайбы до механизма позиционера, лопается. И тогда невозможно ходить при помощи этой шайбы по меню. Вал пластиковый и ломается из-за сильного нажатия или даже из-за удара по вот этой шайбе. Вал ремонтируется, то есть клеится с помощью хорошего клея. На 212-х ешках с большим пробегом начинает подглючивать замок зажигания. То есть двигатель может не запускаться с первого раза. И также еще автоматическая трансмиссия при маленькой скорости может самопроизвольно включить режим паркинг. В общем, с этой проблемой лучше не затягивать. Благо, ее решают на специализированных сервисах, а также в мастерских по замкам. Ну, а теперь расскажем про двигатели. В Беларуси популярны дизельные двигатели, и мы начнем рассказывать про дизельные двигатели. На 212-й устанавливали либо рядную четверку, либо же V6. Рядная турбо и битурбо-четверка ОМ-651 появилась в 2008 году и сразу наделала шороху из-за ненадежности пьезофорсунок Delphi. Даже в Германии встали таксисты, но Daimler быстренько сориентировалась и исправила этот недостаток. А вдобавок потом выяснилось, что этот двигатель может порадовать износом шейк-коленвала и проворачиванием вкладышей. А все это происходит из-за того, что масло недостаточно охлаждается, то есть из-за забитого теплообменника. Еще и клапан управления двухступенчатым масляным насосом может подложить свинью, заставить работать этот мотор только на наименьшей ступени давления, до 2 бар, чего при больших нагрузках будет недостаточно. В итоге инженеры Daimler даже отказались от этого клапана. На его место нужно вставлять определенную заглушку. А вообще мотор ОМ-651 действительно хорош. Потрясающе тянет, особенно в версии E250. И если менять в нем масло каждые 10 тысяч километров и следовать регламенту, то он пройдет и 500 тысяч километров. Однако надо помнить, что цепь в верхней части привода ГРМ столько не пройдет. Она начнет шуметь,
А для того, чтобы диагностировать ее растяжение, используется специальная линейка. Ну и еще к пробегу в 300 тысяч километров обязательно треснет пластиковый впускной коллектор. Версии BlueTech подразумевают наличие системы впрыска мочевины. И, кстати, эта система чаще всего ломается зимой, но ее можно без труда программно отшить. У нас на канале есть подробнейший обзор мотора ОМ651, поэтому, кому интересно, обязательно посмотрите. А те, кто еще не подписан, подпишитесь, чтобы быть в курсе всех автомобильных событий, смотреть свежие обзоры, а также быть очень грамотным, технически грамотным автомобилистом. Второй доступный для E-класса дизельный мотор – это V6 объемом 3 литра. Его также устанавливали с 2005 года на все Мерседесы с поперечным расположением двигателя. Кстати, у нас на канале есть тоже подробнейший обзор этого мотора. Это абсолютно адекватный и надежный двигатель. Раз в 150 тысяч надо будет освежить прокладки теплообменника. И, кстати, здоровью турбины угрожает выпускной коллектор, то есть выпускные коллекторы, а то есть именно их сварные швы. Инженеры годами пытались сделать коллекторы, которые не будут бомбардировать крыльчатку турбины фрагментами сварки. Так вот, если вы ремонтировали турбину на этом моторе, то обязательно установите коллекторы самой последней ревизии. Они, кстати, есть на разборках, цена примерно 30-40 долларов, но на разборках вы вряд ли найдете номер, поэтому надо брать коллектор с наиболее свежего мотора. В общем, обязательно позвоните в «АвтоСтронг», там вас квалифицированно проконсультируют. Ну, а в остальном все как у всех дизелей. Раз в 150 тысяч километров надо поменять огнеупорные шайбы под форсунками, почистить впускной коллектор, а также почистить клапан EGR. Также не забываем по поводу правильного масла, то есть масло с правильным допуском, меняем антифриз, чистим радиаторы и вовремя устраняем течи масла. И еще один нюанс. На мотор ОМ642 для E-класса 212 устанавливали двухступенчатый масляный насос, управляемый отдельным клапаном. Такой же клапан и похожий регулируемый масляный насос получили все рестайлинговые бензиновые моторы для кузова 212. Не сказать, что из-за такой детали проблемы мотора ОМ642 стало больше, но есть риск заметного снижения давления масла, если клапан заклинит в неудачном положении. Разнообразие бензиновых моторов Ешки в этом кузове гораздо шире, и многие из этих моторов успели попить кровушки владельцев и выставить их, как говорится, на бабки. Но на сегодняшний день все бензиновые моторы как будто бы перешли в разряд «жить можно». Базовым бензиновым двигателем для дорестайлингового 212 является М271. То есть это тот двигатель, который на прошлом поколении, на 211, был с компрессором. Здесь же он без компрессора, но с турбонагнетателем, который является одним целым с выпускным коллектором. И впрыск топлива непосредственный. И вообще, мотор М271 считается наименее привлекательным для 212, потому что у него есть много особенностей, за которыми нужно следить. Цепь ГРМ надо менять каждые 100 тысяч километров или даже раньше, если экономите на моторном масле. Далее, если ездите с изношенной цепью ГРМ, то, скорее всего, придется поменять все шестерни ГРМ, а то и мотор. Далее, следим за уровнем масла. Если уровень масла возрастает и слышится запах бензина, то тогда обязательно надо поменять трубку вентиляции картера. Этот расходник надо менять каждые 80 тысяч километров. Далее, следим за стаканом масляного фильтра. По оригиналу он стоит 250 долларов. Охотно коробится и пропускает масло по своей прокладке. Еще нужно уметь диагностировать ТНВД штангенциркулем, либо же хотя бы делать диагностику у профильных специалистов. Дело в том, что ТНВД у мотора М271 умирает медленно, и его нужно заменить на исправный, пока двигатель не перестал тянуть и не начал работать только в аварийном режиме.
Самое печальное, что новый ТНВД стоит примерно 1400 долларов, бэушные 200. За новыми и за бэушными ТНВД, если что, в автостронг. И еще нужно знать про особенность выхода из строя термостата. Если двигатель долго греется, то обязательно откройте капот и потрогайте шланг, который идет от термостата к радиатору. Если мотор только-только прогрелся до 40 градусов по шкале, а этот шланг теплый, то нужно менять термостат. Из-за того, что мотор долго прогревается, ЭБУ обогащает топливную смесь, что также приводит к попаданию топлива в масло. Оригинальный термостат для мотора М271 обойдется в 200 долларов. Заменитель найдете за 100. Сразу перейдем к другой бензиновой турбочетверке, мотору М274. Это уже совершенно другой двигатель, более надежный. Например, его цепь ГРМ ходит примерно 300 тысяч километров. Но и этот мотор инженеры Daimler допиливали на ходу и частенько за счет владельцев именно негарантийных машин. Например, жгут проводов к электромагнитному клапану, который управляет переключением ступеней производительности маслонасоса, нужно менять из-за осыпания проводки и последующих проблем. Но, к счастью, если эта система работать не будет, а именно не будут переключаться ступени производительности маслонасоса, то ничего с двигателем не случится. Давление смазки, то есть давление в системе смазки, будет достаточным. При диагностике будет выявлена ошибка по цепи управления клапаном. До этого загорится сообщение на панели приборов. Нередко двигатель из-за таких проблем начинает жутко трясти на холостом ходу. Проводка к клапану стоит около 40 долларов. Сам клапан 70. Его стоит заменить на вторую ревизию. Проводка к клапану стоит 40 долларов. Сам клапан 70. Его надо поменять на вторую ревизию. А еще с мотором М274 есть проблема, которая заканчивается заменой распредвалов. Кстати, эта проблема связана не только с этим двигателем. Так вот, суть в том, что на распредвалах есть диски, по которым датчики считывают их положение. Так вот, эти диски метки просто напрессованы на распредвалы. И замечено, что когда мотор долго стоит и возвращатель начинает сильно тарахтеть, так вот эти диски могут просто провернуться. Произойдет рассинхронизация зажигания и впрыска. Двигатель будет плохо запускаться и появятся ошибки по положению валов. Естественно, по заводу надо менять распредвалы, а это на минуточку, ну, 2000 долларов. Но, к счастью, есть мастерские, которые решат эту проблему, а именно правильно выставят диски метки и приварят их. Фазовращатели не любят долгого простоя двигателя без работы, а также не любят некачественного масла. Если этого нет, то эти детали будут служить даже больше цепи ГРМ. А вообще двигатель М274 избавился от этих проблем в 2014 году. Его эксплуатация не отличается ничем особенным, хотя он может огорчить течью масла по переднему сальнику коленвала, а также по лобовине кожуха ГРМ. А вот термостат и расположенный на передней крышке стакан масляного фильтра и теплообменник проблем не вызывают. А если вы услышали запах в салоне бензина, то тогда надо обязательно поменять трубку, которая подает топливо к ТНВД. И, кстати, ТНВД на этом моторе служит долго. Ну, а теперь переходим к V-образным бензиновым моторам. 212-е, дорестайлинговые с индексами E300 и E350 получили старые моторы M272. У них есть проблемы с заслонками во впуске. Цепь ГРМ и звезда балансирного вала изнашивается за 200 тысяч километров. Цепь даже может перескочить, а люсиловая поверхность цилиндров не подарок. Прямой билет на капремонт и гильзовку, если возникнут задиры и сопровождающих их жор масла и лязгание поршней на холодную. Покупка мерседесов с двигателями М72 должна сопровождаться тщательной диагностикой и осмотром цилиндров эндоскопом. Обязательно! После рестайлинга эти машины получили совершенно новую V-образную шестерку М276. Все версии с непосредственным впрыском, а у 400-й версии
мотор не атмосферный, а битурбированный. И, кстати, у М276 есть те же проблемы с задающими дисками распредвалов. То есть они могут провернуться и вызвать проблемы в работе мотора. Плюс ранние версии двигателей М276 по какому-то странному стечению обстоятельств не имели обратных клапанов в масляных магистралях, из-за чего после остановки двигателя масло из ГБЦ просто стекало вниз. Естественно, инженеры Daimler поплатились за такое решение. И двигатели М276 слишком рано после холодного запуска начинали тарахтеть прослабленными цепями. Плюс они устраивали встречу поршней и клапанов из-за перескока цепи. Вряд ли сегодня вы найдете живые движки М276 без обратных клапанов. Кстати, обратные клапаны бывают двух диаметров. Если вы столкнетесь с заменой клапанов, то покупайте по два клапана каждого диаметра и устанавливайте подходящие. Клапаны устанавливаются в масляные каналы за натяжителями каждой цепи. Натяжители тоже нужно менять на новые. На самом деле такой апгрейд должен был быть сделан на каждом моторе М276 до 2014 года. Но есть нюанс. По гарантии или в условиях дилерской СТО такую операцию проводили при жалобах со стороны владельца, а не в обязательном порядке. Кстати, никаких чугунных гильз в алюминиевом блоке М276 мотора нету, а люсила тоже нету, а есть напыление высокоуглеродистого сплава железа, то есть того же чугуна. Это покрытие называется нанослайд, и никаких проблем с этим покрытием нет. Если двигатель М276 не был перегрет, то никаких задиров там в цилиндрах не будет. Пожалуй, единственное дорогое вложение, которое может случиться с мотором М276, происходит при замене цепей ГРМ. А именно, когда вы увидите, что цепи натоптали шестерни. Шестерни непростые. Это фазовращатели по $320 за одну штуку, а всего там их 4. В общем, шестерни можно рассмотреть, открутив маслозаливную горловину на правой ГБЦ. Лучше туда залезть эндоскопом, потому что верхняя часть шестерни будет прикрыта цепью ГРМ. И еще последнее. Нужно посматривать за сухостью впускного тракта. Если патрубок впускной изнутри покрыт маслом, то тогда надо менять маслоотделитель и тонкую трубку этой системы. Ну и наконец мы подобрались к версиям V8. До рестайлинга 212-е версии E500 оснащались старым 5,5-литровым двигателем M273. И проблемы у него такие же, как у двигателя M272. После рестайлинга этот мотор заменили на новый мотор объемом 4,6 V8 под обозначением M278. Что можно про него сказать? В сущности, это тот же M276, только к нему добавили пару цилиндров. Вообще, слава у мотора M278 плохая. И то только на основе S-класса. Потому что если это представительская машина в 222-м кузове, ездит по пробкам, то есть стоит в пробках, стоит часами в ожидании владельца на холостых оборотах, то масло быстро деградирует. И уже в цилиндрах появляются задиры при пробеге в 50 тысяч километров. То есть мотор М278 на 222-м S-классе считается худшим. Однако, если не S500, а E500 ездит по трассе, не наматывает моточасов и вовремя получает свежее масло, то задиры ему не страшны. Остается только одна проблема с износом зубьев фазовращателей, а также сепаратор ВКГ надо менять. Ну и по моторам уже подходим к концу. Остаются еще два V8 для настоящих AMG-версий. Мотор объемом 6,2 литра, атмосферный M156 сразу получился неудачным.
Первоначальные гидрокомпенсаторы начинают цокать и заклинивают, перестают регулировать тепловые зазоры клапанов. Это приводит к ударам соответствующих кулачков распредвалов по ножкам клапанов, и кулачок изнашивается, и клапан может рассухариться. Специалисты устанавливают гидрокомпенсаторы от моторов М159. Правда, одна такая деталька стоит $65, а их там 32 штуки. Еще болты ГБЦ не выдерживали ни нагрузки, ни критики. Также изнашивались шестерни распредвалов, что приводило к лязганию цепи. Новый двигатель объемом 5,5 литра М157 – это на 80% мотор М278, только с увеличенным рабочим объемом до 5,5. Если не мучить этот двигатель в пробках, следить за давлением масла, также вовремя чистить радиаторы, плюс менять масло вовремя и заливать хорошее, плюс не пренебрегать каким-то непонятным тюнингом, то все с этим мотором будет хорошо. Но при замене цепи ГРМ, скорее всего, придется поменять шестерни распредвалов, и до задиров этот двигатель тоже можно довести. Про надежность механических трансмиссий рассказывать нечего. Они на Мерседесах ходят действительно долго. А вот начнем рассказ про автоматические, а их у Мерседеса 212 было аж 3 на 5, 7 и 9 передач. Старую добрую неприхотливую пятиступенчатую трансмиссию можно встретить только с дизелями ОМ-651, вот как в нашем случае, и с турбочетверкой М-271. Это, как мы отмечали в отдельном разборе на нашем канале, очень надежная трансмиссия. И если в ней менять масло и фильтр каждые 60 тысяч километров и следить за некоторыми слабостями, она пройдет и 1 000 000 километров. Эта трансмиссия покинула Е-класс в 2011 году. Большинство версий 212-го были оснащены 7-ступенчатыми автоматами. 7-ступенчатый автомат двух версий после рестайлинга был оснащен электронасосом для функционирования системой старт-стоп. И отдельно стоит отметить специальную версию 7-ступенчатой трансмиссии для автомобилей AMG. То есть там вместо гидротрансформатора используется многодисковая муфта. У нас на канале есть также обзор 7-ступенчатого автомата в его первой версии. Да, 7G-Tronic стал нежнее, чем 5-ступенчатый автомат, но глобальных проблем у него нет. 7G-Tronic погибает от неадекватной эксплуатации на мощных версиях. Но дело даже не в этом, потому что каждый автомат Daimler адаптирован под определенные моторы. Дело в том, что вот эта неадекватная эксплуатация, то есть дрифт, резкие старты вкупе с несвоевременным обслуживанием значительно сокращают ресурс этой трансмиссии. А вот с 2014 года 212 с дизельным V6 и многие версии с турбодизельными четверками получили 9-ступенчатый автомат. Прошло уже 10 лет, но особых нареканий в его адрес нет. Просто меняйте АТФ и фильтр вовремя, как и на других продольных АКПП от Daimler, и тогда будет вам счастье. Кстати, фильтр доступен после снятия поддона. Ну и напоминаем, что этот Mercedes прямо сейчас продается. Ссылочка на него будет в описании к этому ролику. В АвтоСтронге помимо очень качественных бушных запчастей есть еще абсолютно новые и технические жидкости. Заходите на наши сайты, пишите нам в мессенджерах, также пишите нам в соцсетях, а также звоните, мы будем ждать. Также еще у нас есть подразделение MotoStrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен байк — обязательно MotoStrong. Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Прежде
Прежде чем поднять автомобиль на подъемнике, поднимем капот и еще раз напомним, что очень важно следить за чистотой радиаторов. Это особо актуально для двигателей V6 и V8. Их очень легко летом перегреть, и чтобы образовались задиры. В общем, радиаторы должны быть чистыми со всех сторон. То есть, если владелец не уделит немного времени и немного денег на обслуживание системы охлаждения автомобиля, то это может кончиться очень плачевно. Итак, спереди у E-класса нет никаких верхних рычагов. Нижний рычаг стоек Макферсона разделен на две тяги. Так вот, передние рычаги и поворотные кулаки у заднеприводных и у полноприводных версий совершенно разные. Например, вот этот вот задний рычаг, который идет вместе с шаровой, по оригиналу стоит $150, а для полноприводных версий – 330. А сайлентблоки стоят примерно одинаково, по $60. Передние тяги передней подвески стоят примерно по $200. И именно для заднеприводных версий шаровая опора детализируется отдельно, стоит примерно $70. Рычаги вот эти вот передние, то есть передние тяги, идут вместе с сайлентблоками. Разумеется, по всем позициям подвески есть неоригинальные детали, которые в 3-5 раз дешевле. Но оригинал служит примерно по 120 тысяч километров даже по ухабистым дорогам. Ступичные подшипники у полноприводных версий продаются отдельно. По оригиналу стоят примерно по $100. А вот у заднеприводных версий ступица идет вместе с парой подшипников, то есть подшипники там двухрядные. И стоимость ступицы такой примерно по оригиналу $200. Так вот, эти пару подшипников можно купить по неоригиналу намного дешевле. Задняя подвеска не имеет отличий в зависимости от типа привода. Здесь по 5 рычагов на каждое колесо. По оригиналу продаются 2 сайлентблока в двух точках крепления к ЦАПФе. Стоимость по $30. 3 верхних рычага и передняя тяга стоят примерно по $60-$70. Про трансмиссию и полный привод Мерседесов говорить особо нечего. При больших пробегах трескаются и подлежат замене эластичные муфты кардана. Передняя и задняя муфты стоят примерно по оригиналу по $200. А если Мерседес 212 полноприводный, то у переднего кардана муфт нет. А вообще Фоматик проблем не имеет. Раздатка буквально неубиваемая. Передний кардан не отрывает. Да-да, владельцы BMW, Фоматик в разы круче и надежнее вашего X-Drive. Ох, походу я сейчас нарвался, да, на гневные комментарии. Но справедливости ради скажу, что единственное слабое место в системе Фоматик – это подшипник к приводу переднего левого колеса. В этом месте сквозь поддон выходит промежуточный вал. Он опирается на подшипник, в который неминуемо проникает влага и грязь. В итоге подшипник со скрипом заклинивает и проворачивается в своем посадочном месте в поддоне двигателя. Этот подшипник надо менять превентивно каждые 70 тысяч километров, иначе он буквально рассверлит свою обойму в поддоне, и придется тогда еще менять и поддон. По оригиналу этот подшипник стоит до $90, и замену его надо доверить профессионалам, потому что они могут повредить его гнездо в поддоне. Опциональная для большинства E-классов подвеска, которая к выходу 212-го стала очень надежной. То есть ни пневмостойки, ни компрессор здесь не беспокоит до пробега в 200 тысяч километров. Система здесь открытого типа. То есть компрессор, который находится за задним бампером слева, всасывает наружный воздух. Воздух осушается силикогелем. Это такие шарики, которые впитывают влагу. Их надо, кстати, менять раз в 2 года. Новый компрессор, кстати, очень дорогой, но для него есть полный ремкомплект от цилиндра до блока клапанов. И, кстати, есть еще не оригинальные компрессоры. Стоимость примерно $200-$300. Все пневмостойки E-класса хорошо защищены от коррозии
пыльниками. Но так как передняя подвеска здесь типа Макферсон, то стойка поворачивается вместе с колесами. В общем, опорные подшипники здесь отдельно не детализируются, и Daimler предлагает их вместе со стойками, а пневмостойка стоит заоблачных денег. Но, к счастью, опорные подшипники часто не беспокоят. Чаще протираются баллоны передних стоек не из-за грязи, а из-за коррозии, которая образуется на штоке под пневмобаллоном. Дело в том, что пыльники пневмобаллонов Е-класса не герметичный, внутрь попадает немного влаги, которая делает свое дело там, где пневмобаллоны протирают краску. И чтобы такой неприятности не произошло, нужно хотя бы раз в год приподнимать пыльники передних пневмостоек и счищать наждачкой коррозию. Ну и, кстати, о коррозии. Мы уже говорили, что Mercedes 212 хорошо защищен от коррозии, классно покрашен, но с годами все-таки коррозия появляется на днище. Вблизи центрального тоннеля есть P-образные профили. Именно они первыми начинают серьезно корродировать. И лучше не закрывать на это глаза и обрабатывать днище средством, которое останавливает ржавчину, а не маскирует ее. Ну что, Mercedes-Benz 212 кузове – это достойный автомобиль, особенно если имеет подтвержденный пробег и имеет достоверную историю обслуживания. В общем, откровенно, неудачных моторов у него нет, а чтобы эти моторы очень хорошо работали, надо обслуживать эту машину на специализированных сервисах. Тогда минимален риск глобальных поломок. Тогда Mercedes E-класса в кузове 212 будет надежным и неприхотливым автомобилем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий, а также поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».